Благодаря проекту системы спутникового наблюдения территория Азербайджана посредством спутника снимается раз в 5 дней. Все изображения, сделанные посредством спутника, включаются в систему спутникового наблюдения, где применяется искусственный интеллект, посредством которого начинается анализ изображений и сравнение изменений, происходящих на поверхности почвы после каждой съемки, и их координаты. Наша задача – повысить гибкость в осуществлении государственного контроля над землями, предотвратить незаконные постройки, а также эксплуатацию плодородных слоев почвы, использовать новые технологии и возможности искусственного интеллекта во время геоботанических исследований земель. Организация осмотра на месте изменений, обнаруженных посредством системы на поверхности земли, обеспечивается инспекторами Комитета по земле. Пресекаются обнаруженные незаконные постройки, не допускается выход из строя плодородного слоя почвы и в целом ее незаконного использования. Возможностями системы спутникового наблюдения будут пользоваться ряд государственных структур. Так, Министерство сельского хозяйства с целью определения и мониторинга саженцев на землях сельхозназначения, МЧС – определение лесных пожаров и мониторинга, ущерба, нанесенного природе и интенсивности увеличения и уменьшения уровня воды в реках, Министерство экологии и природных ресурсов – определение изменений на территориях, подконтрольных лесному фонду. Кроме того, возможностями системы спутникового наблюдения воспользуются местные органы исполнительной власти и муниципалитеты. Отметим, что на днях президент Ильхам Алиев был проинформирован о принципах работы проекта системы спутникового наблюдения. Наряду с изучением изменений, происходящих на землях локальных территорий, повышением качества контроля, введением кадастрового учета недвижимого имущества и электронного учета земель, аэрофотосъемки, здесь будут проводиться также дронные съемки, являющиеся абсолютно новой технологией. Фидана Гуи, Орхан Бядалов, Наиб Гаджиев, CBC.